Прощай, февраль седой и строгий, за это нас праздник красоты. Желаю в этот день прекрасный глазам отелу слов сиять, любви, здоровья вам, счастья и всего, о чем могли мечтать. Свою первую выставку учащиеся студии «Юный художник», которая работает на базе детской школы изобразительных искусств, посвятили мамам. Открытие вернисажа стало настоящим подарком не только для родителей юных скульпторов и живописцев, но и для самих ребят. Дети сейчас достаточно креативные, у них интересное нестандартное мышление. За счет того, что все-таки это другое поколение, новое время, но все-таки они очень интересны. У них нестандартные какие-то решения, у них бывают нестандартные идеи, и зачастую они очень хорошо выходят в материалах. В качестве основного материала для своих скульптурных работ и картин юные художники взяли пластилин. И, как считает их наставник Ксения Горват, ребятам удалось нестандартно реализовать возможности этого обычного, на первый взгляд, материала. В творческой гостиной выставлено порядка 150 произведений, выполненных в технике пластилинографии. Это наработки за последние 3 года. Большая половина создана воспитанниками Ксении Горват. Хотелось показать, что этот материал, во-первых, может использоваться в художественных целях, в декоративных целях, что дети из него могут много интересных вещей сделать. Вот. И хотелось показать, наверное, еще такой вызов детей мамам, что дети могут очень многое делать, современные дети, которые считаются, что больше все-таки зависит от интернета и каких-то гаджетов. Своих мам, сестер и бабушек юные авторы смогут привести на выставку до конца марта. А в день открытия вернисажа будущие мастера живописи и скульптуры дарили им стихи и теплые пожелания. Чтобы были всегда красивые, чтобы жили долго. Да, всегда были любимыми, красивыми, здоровыми, счастливыми и лучшими мамами города Брест. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БОК ТВ.